Около 1000 махачкалинцев приняли участие в донорской акции «Марафон добра». Юбилейное мероприятие посетили известный дрессировщик Эдгар Запашный и телеведущая Юлия Барановская. Сдать кровь пришли представители власти, именитые спортсмены и общественники. Подробности мероприятия у Хамзы Нурмагомедова. Каждый из этих людей сегодня герой, потому что один донор спасает 3 жизни. Скажите, пожалуйста, почему вы решили сегодня сдать кровь? Что вас на это подтолкнуло? Здравствуйте, очень приятно, что такие акции у нас в республике проводятся. Лично я являюсь донором, поэтому я не пропускаю такие акции. Я тем более очень редкая кровь, я всегда прихожу, всегда сдаю. Очень приятно, мне не жалко, будем делиться добром, будем делиться кровью. На станции переливания выстроилась очередь. Одна процедура занимает около 15 минут. Сдать кровь пришли сотни людей, в том числе известные политики, общественники и спортсмены. Кто-то ждет этой крови, где-то кто-то не дожидается. Главное, чтобы всем все хватило. И не жадничали этой кровью, надо сдавать побольше. Все, кто может сдавать эту кровь, люди ждут ее. Доноры помогают миллионам людей в стране. 11 лет назад кровь спасла жизнь известной телеведущей Юлии Барановской и ее дочери. Теперь она посол добрых дел в регионах и активно занимается благотворительностью. Я благодарна им просто безмерно. Они должны знать, что на земле есть люди, которые когда-то получили их кровь и которые до конца своих дней будут молиться за их здоровье внутри и благодарить. И мне бы очень хотелось, чтобы к этой акции присоединялось как можно больше людей. Донорская кровь также в свое время спасла жизнь Эдгарду Запашному. Известный дрессировщик рассказывает, что 10 лет назад, в первые минуты после травмы обеих рук, он потерял литр крови и был на грани смерти. Самое главное, своей задачей вижу, это призыв молодежи, чтобы они задумались, насколько это важно. И самое главное, что это не страшно, потому что для многих забор крови, особенно для мужчин, является чем-то невообразимым, чем-то очень страшным в буквальном смысле слова. И только собственный пример может повлиять на них. Поэтому я вижу здесь большое количество людей, молодых людей, которые действительно, наверное, сегодня впервые попробуют сделать это по-настоящему благое дело. Торжественное открытие «Марафон добра» состоялось на территории парка «Россия. Моя история». Перед участниками выступили гости из Москвы и Южной Кореи, а также организаторы – торговый дом «Киргу» и компания «LG Electronics». Дагестан – это потрясающая республика. Нам очень нравится здесь. А кровь – это река жизни, и мы бесконечно будем заниматься донорским движением. Акция продолжится 3 дня. Донорский микроавтобус с участниками проедет по маршруту Махачкала, Дербент, Сулакский каньон, Хасавюрт. По словам организаторов, мероприятие проводится с целью повышения уровня знаний населения о культуре донорства и привлечения к этому как можно большего количества людей. Хамза Нурмагомедов, Муса Сальгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.